Клещи, если они заражены вирусом клещевого энцефалита, то через укус клещей мы можем получить заболевание клещевой энцефалит или клещевой боррелиоз. Но необходимо сказать, что не все клещи заражены вирусом. И если все-таки нас покусал клещ, мы обязаны этот клещ для своего здоровья понести в Центр генэпидемиологии для исследования его на вирус. И уже зная, что он без вируса, тогда обойтись без прививок.